37, рост 184 сантиметра, вес 83,9 килограмма. Его профессиональный рекорд 14 побед, включая 9 побед нокаутом, только одно поражение при одной ничьей. Дамы и господа, представляющий клуб Universal Fighters и клуб Фенес из Ульяновска, Россия, вот он, Владимир Волшанин.
скажешь им? Нет, тебе интересно теперь? Ой, когда бы... Успокоиться, выйти за клетку. Да, вы посмотрите, дамы и господа, что происходит. Форменный беспредел. И здесь Владимир Минеев и Магомед Исмаилов решили сразу же перейти к реваншу. Но так не делается. Нужно официально объявить дату боя и помериться силами, как положено, без посторонних лиц. Да, повздурили немного. И вот такие вещи, конечно же, не красят смешанные единоборства, к сожалению.